Покупка дома – это, конечно, тяжелый момент, потому что помимо покупки всегда предстоит еще и покупка мебели. Thanks, sir. Входишь сразу, тебе сразу начинают тюхать всякие продажи, не продажи, сейлы. Посмотри, может, там что-то на самом деле интересное есть. Сейчас мы вам покажем, что почем, суп с мечом, сколько стоит мебель. Хотя здесь немножко будет попроще. Давайте смотрим. Вот такой вот диванчик. Всего лишь 2495, 4 штуки. Но это вот раз, два, три и, наверное, вот это вот 4, да? Я не думаю, что сюда входит столик. Да, столик сюда не входит. Просто 2500. Столик еще отдельно за... Вот, со столиком 2795. Столик $300 почти. Капец. Что у нас тут есть еще интересно? Готовые спальни. Почем? Ну вот, 1677 есть в 5 piece. Вот это вот мне прикольно, кстати. Мне нравится более. Ну ладно, пошли сходить. Не нравится, да? Почему? Ну, вчера мы видели посимпатичнее. Ну, вчера мы не снимали, поэтому... Тяжело показать людям. Мы в Небраску вчера ездили, Даша и я, мы приехали прямо перед закрытием. За час мы... до закрытия. Да. Не успели все поснимать, а вот сегодня мы так спокойненько будем гулять, смотреть. Сколько приблизительно рассчитывают на то, чтобы въехать в дом? Ну, не обязательно все прям сразу покупать. Мы поняли, что нам где-то порядка... Сколько, Даша, надо будет, чтобы купить мебели? Всю мебель? Ну, минимально на старт. Я только считала, что спальня и холодильник, если покупать холодильник, это... Семерочка, восьмерочка. Только это без посудомойки там и так далее. Да, это, короче, это нам, нам предстоит еще. Да, диваны мы с тобой посмотрели 3000 стоили. Ну, то, что нам понравилось. Да, поэтому, ну, это вы все будете наблюдать. Пошли дальше, на что ты уселась? Нам еще есть чем... Да, но я вот каждый раз это такие подушечные. Мне кажется, что со временем они будут изнашиваться. То есть, просиживаться, изнашиваться. Мы даже не смотрели, я забыла про стол для приема пищи. Ну это ладно, это мелочь, я сам с эпоксидки склею. Что, не нравится тебе идея с эпоксидки? Да. Ну, в общем, диваны 3000, сет в комнату где-то 4000. Холодильник, как повезет. 4. Вот, да. Вот просто грубо, 4, да. Ну, можно, да, купить за 2, но можно за... Да, не, ну мы вчера на скидке за 1600 Samsung с монитором взяли. А он был с хабом вот этим? Да. Ну, может, купим? Пока не поздно. Я хотел сказать, может, купим, поставим в гараж, а потом, типа... Типа, будет два холодильника, если что, если вдруг получится тот второй брать, да? Мы все равно хотим два холодильника. Один на кухню, второй в гараж. Однозначно. Просто вопрос времени. Ну да. Ну ладно, пошли. Сейчас ты реально поедем, купим холодильник. Это будет вообще прикол. Так, надеюсь, мне из-за музыки тут копирайтов не нафигачат, но вот мы смотрим такую вот спальнику. Это не большая, это не кинг, это, по-моему, фулл-сайз кровать, да? Да или нет? Сколько? $2000 7 штук. 2800 regular price. Типа скидка. Да. Ну это считается дешево. Ну да, я просто не могу понять, какой размер здесь не написан. 5 king, queen. А, да. Ну queen... Ну, нам надо king. Ну да, а нам надо king. Я думаю, что это просто стоит этот образец. У нас шире. Это не queen. Именно это не queen. А цена указана для queen. Пойдем дальше. У нас есть очень большое желание поставить в зал откидные, конечно же, вот диванчики, вот как вот здесь, но мы вчера жирные видели. Мы, может быть, сегодня, кстати, поедем еще дальше смотреть. Может быть, еще раз вернемся, сегодня купим холодосик, да, все-таки. Походу... Я хорошую идею дала, да? Ну, идея не идея, но холодосик мне прям хочется тут купить за 1600. Просто он ничего в гараже с ним не сделает. Ну, да. Вообще, ну, типа, он будет там... А мы сфотографировали тикет его? Ну, то есть, бирку или нет? Нет, не фото. Мы просто посмотрели, все. Вот такого плана мы хотим, да, штукенцию, чтобы вот откид... И там с такой с прострочкой, да, вот с этим. Но мы белого цвета хотим. Просто не бежевого, а прям белого, такого красивого цвета. Будет прикольно, если знаешь, что мы этот, они потом не войдут в нашу гамму дома. Ну, там точно такое же было. Я не сидела. А, ну ты не сидела. Но там еще были... Мама просто хочет так играть в PlayStation. Подожди, там еще вот это вот выдвигалось с той стороны. Подожди, а ты, ну-ка. О, да, ну так же делается, смотри. Да? Смотри, идет. Я согласна пожить без дивана и купить, подождать, заработать, купить такой. На таком диване можно и спать, и отдыхать. Да не бойся, не бойся. Я буду спать на нем, когда ты будешь храпеть. Вова не храпит. Вова просто издает звуки, когда спит. А сколько тут есть цена? Вон, смотри, 3900. Там дешевле было. Ну, там мы за 2400 посчитали. 2800. Нет, один был 1200, второй был 1000. Ну ладно, потом посмотрим. Сейчас поедем еще, походу, раз туда. Потому что там был еще стул, но мы решили стул как бы отдельно. Нет, только... Ой-ой-ой. Это да. Столики такие. Но мне цвет не нравится. Сильно коричневый. Нет, ну мы имеем в виду суть. Вот такой снуть. Да. Стиль. А цвет, ну, там... Как повезет. Пойдем дальше. Светочка такая. Ну, подсветку можно всегда самому придумать, поэтому это мелочь. Если просто у нас не будет никакого ковролина, нам тоже надо будет какой-то ковер покупать. А кто знает, что у нас будет, правда? Ну, надо просто... Я, походу, смотрю, что ковры тоже не дешевые. Ага. Могут под пару штучек стоить тоже.
О, дайнинг сет, квадратники. 1470. Нормально. Мы стол за сколько? За 800 продали? За 900? За 1000. За 1000 даже? А, да, мы за 1300 выставили, за 1000 продали. Потому что у нас не было экстеншена. А тут и столы, и стулья, это, чуть, ну, это вообще офигенно. Только прикол, что только 4 стула, нам надо в идеале минимум 6. Смотри, стол и 4 стула, это 5 фисис, а... А тут 6 стоит, прикол. Я сразу не хочу вот этот бенч, потому что мне кажется, ну, это вот неудобно. Она. Ну, да, ну, смотри. Не, что, бенч прикольно, мне нравится. Хорошо, ты сел, и кто-то своего ребенка посадил рядышком сама там. Сколько у тебя с детьми? Три. Ну, три, а Аня, Саша. Мы. У нас пока нет. Ну, будут же. Для новорожденных там есть, когда... Сидушки, да, специально? Для новорожденных, для детей, которые сидят, у них такие столики. А, у нас сладкий стол будет для детей отдельно, да? Да. Еще набрели на какой-то более проще. Ну, тут... Не, ну тут смотри, тут, ну, клавиши еще что-то. О, ну я не знаю, мне тут больше, по-моему, нравится. 3005 штук. Что сюда входит? Dual power left arm, то есть левый, правый, все. Это, а, смотри, прикол. Вот эта часть центральная, которая их соединяет, и вот эти две части. Вот это все, короче, только лишь вот этот вот диван. Просто напишите, один большой диван, три штуки. До налогов. Это 3200... 40. Просто те по размеру были поменьше, например, чем этот диван. Ну, зато это тебе тогда точно надо куда-то вщемить в угол. У тебя нет опции, что ты можешь влево, вправо, там отдельно поставить. Согласна. Вот, и знаешь, там чуть ли не два ряда можно поставить и кинотеатр устроить. Смотря какого размера дом, потому что эти стулья могут быть маленькие. Могут быть. Могут быть, для ливинга. Посмотрим. А лучше минимализм. Я хочу минимализм, чтобы у меня много места было, чтобы где может пыль собирать. Я полы мыла, да? Конечно, как еще? Как тебе такая вот кровать? Такая. Как ты тут знаешь, как это? Не знаю, онлайн как-то больше выбора было. Не, ну так они же онлайн всегда могут больше защемить, чем... Которая тебе синюю спальню показывала, это было онлайн. Ну это Wayfair был. Нет, Wayfair это потом, а первая синяя это была Rooms to Go. Yes. Ну у нас еще два варианта, у нас еще через дорогу здесь там будет магазинчик, поэтому мы ознакомимся с ценами и прикидываем, что почем. И сможем ли, или Даша потянем. Ну, мы да мы потянемся на самом деле, просто самое главное, знаете, лучше иметь... представление до того, как ты окунешься в этот омут со всеми этими расходниками, расходами на все вот эти причиндалы. Здесь, конечно, все намного дороже, чем у нас. У нас бы подешевле это обошлось. Наверное, я думаю. Я не знаю. Я уже давно цен не знаю. Очередной сет, кровать и все остальное. 2200 до налогов. Какая-то типа ортопедическая. Не знаю, ну, глянь, какая. Ну да, прикольная такая. Прям. Как искусственная, да? Грудь у женщины. Я никогда не Строго? Пробовал. Нет, на самом деле нет, просто предположил нет, почему-то. Ну да. Ну это, знаешь, это вот для котов прям, которые любят так массировать. Это такой релаксейшн, такая подушечка. Кстати, подушка тоже стоит отдельно по-любому. Да, мне интересно. Три Queen Bed, дрессер Mirror. О, даже видишь с Mirror. Раз, отдельно Mirror идет. Ну какая, ну да, 200. Dining Table не расширяется, походу. Всего лишь такой-то. $1000. 5 стульчик. Посмотрите, нарисовано 6 стулов, нарисовано, стоит 1, 2, 3, 4, 5, 6 и стол, но продают всего 4 стула, и тогда, наверное, за 2 будет, наверное, стоимость, как еще за все 4 заплатили, $1000, ну, так себе, ну, нормальная, наверное, цена, но мне не очень нравится, еще и материал такой, наверное, эти просто достали, они серыми идут. Что, пошли дальше? Когда-нибудь я дойду до того, что я куплю себе массажное кресло. А такое? Ну да, я не уверен, что оно мне нужно, но... Ну, пускай будет, да. Да. Ну, не то, что это, знаете, бывает, жиру бесишься, думаешь, такой, ой, буду сидеть, буду массажироваться, купил и будешь раз в месяц на нем садиться, и все. А такие кресла обычно 3-5 тысяч долларов. Вон, 6 тысяч до налогов. Но ну, небраски можно купить за 3500 на clearance section. Так, здесь что-то посмотрели, смотрите, как впечатляет, какой светильник. Такой дроп-даун. Ребята старались, когда стояли. Так, но это не последний магазин. У нас здесь через дорогу, слава богу, есть еще один магазик. Поэтому мы идем. Да, мы пешком прям туда идем. Пока малышка наша тут грустит. Малышка моей малышки. Мы пойдем посмотрим другую мебель. Ну, как сейчас нас сразу стрижут. Так, ребята, давайте я вам сейчас все продам. Так не люблю вот эту навязчивость, когда при входе. Я понимаю, что им нужно продать, заработать. Все на процентах, все на комиссии. Что у нас тут? 300. А где общий ценник? Не присутствует, да? Панель. Ну, ладно, пошли дальше пока смотреть. Ну, постельная 240, понял? Следующий сет. Такого тебе плана не нравится? Мне тоже. Просто спросил, ну, ради приличия. А, вон сет, вот так стоит на стенде, ты подходишь. И вот, Queen Storage Bed. Ты только 2000, только сама
открывать. Ну, потому что тут сторидж еще, типа, по краям, по бокам меньше. Смотри, сколько тут этих. Да, тут, а сколько тут комплектные? Ты что? Еще с этой стороны. Стекло 300. Комод 1300. King Size Bed 2000. О, этот сет около четверочки-пятерочки. Пока одну кровать посмотрели, уже еще один сет просто подошел. Ну, это вообще жесть. Душит, говорит, купи. О, вот видишь, я так, вот, как с палет все равно что сделано. Нормально. Ну, это уже чуть-чуть подешевле. 1500 всего лишь за кровать. Но тут зато сторож есть, типа. Да, ну тут, видишь, она сказала, более старого образца. Но мы сейчас в модерн пойдем. Нам же модерн больше нравится, да, Даш? Да. О, $600, мне вот такая нравится. Там везде это под... что-то не то. Смотри, там есть что-то 1199, вот это что. Потому что мы хотим такое под телевизор. А, это вставка $600, инфракрасная какая-то там, непонятно, инфракрасная. Ну, наверное, камин какой-то. А сам стенд, виз, фаерплейс, 1200. Вот, ну да, вижу. То есть, типа, инфракрасный может быть а есть разные, вставка, смотри. А есть, да. Есть вот такие, вон 200. Ну, они V100, вот, V100 вот такое вот. Ну, это, короче, вот с этой вот 1200 он стоит. Ну, там было дешевле, там такое было. Слушай, типа у всех своя это, спецификация или что-то там. У кого-то будет дешевле, какой-то дороже, у кого-то будет лучше, у кого-то будет хуже. О, смотри, просто барной стойки нет, не проблема, можешь купить. Че? Сколько у нас? Зачем? О чем? Не говорят. Ну это же неинтересно, как это узнать? Кресло. Ну-ка, пожалуйста, ценником. Ценника нету. Ладно, пошли дальше. О, клиренс. $900 за тумбочку. Ну что, нашла кровать своей мечты? Нет? Просто кровать, которая тебе нравится? Которая не нравится, да? Ну. Соу-соу, да? Да. А где ценники-то? О. Ставьте сразу ценой, чтобы сразу пугать. 1500 всего лишь за кровать. Ну, в общем, кровать диктует цену на весь сет. То есть, если кровать 1500, то эти 1200, 1300. А, кстати, мы вчера, похоже, видели. Это этот. Только там можно было нажать, и оно вынималось. А здесь надо самому выталкивать. Ну, неважно. И тут как-то оно так дыряво. Ну, может, чуть-чуть слабо собрали. Ничего страшного. Это нормальная тема, да? Подходишь такой, всего лишь $73, $29. Потом подходишь ближе. За сет на 48 месяцев $73, а так он стоит 3500, если повезет. Ну, повезет, но она на самом деле, Даша, такая раскраска не очень нравится. Такое ощущение, что поношенная, хоть и новая. Говорят, что в этом углу более модерновые кровати. Ну, вот там, да, ладно, есть что-то модерного более-менее. Цены плюс-минус, как видите, это клиренс, то есть это у нас скидка. Summer Ford Bedroom 3200. Не написано, какой сет здесь, но я думаю, что это тоже у них плюс-минус 5 сет, 5 штук сет. И давайте посмотрим модерновую. $73 сдалека, значит, соответственно, мы знаем, что это опять будет 3200, там 3300, да? Ну, 3500, да, на 48 месяцев. Но это не наш вариант. Нам не очень нравятся стразики. Это больше для такой бедрум, который для девчонки. Так, а где же моя девчонка где-то здесь ходит? Серфит. Ну что, солнце? Не судьба, да? Вообще не понравилось. Ну что, пошли в Икею, да? Не, Икею мы не рассматриваем. Икея это для слишком простых решений, да? Опять Небраску не вижу тоже смысла ехать, потому что мы там уже были вчера, да? А у нас просто посидеть на диванчиках? Нет, я просто думаю, что мы посмотрели там в холодильнике, что мы еще хотели. Ну, на самом деле, все два этажа прошли, все посмотрели. Нам все равно надо в трейдер-джо ехать, продуктов затаривать, можно в Коско заехать. Так а Коско онлайн, а что в Коско? Аутсайд все это есть. А, там, ну да, там тоже. Там онлайн только. Вот это немножко неудобно, посуду онлайн иногда, да, вот чисто. Онлайн, короче, всегда выбора больше, но потом доставят, там вдруг не понравится. В идеале бы, конечно, потрогать. На Wayfair много чего красивого, просто так на картинке красиво. У них Warehouse недалеко от нас. Ну там нельзя посмотреть, он просто закрытый, оттуда доставляет, но не более того. Так, напоследок мы решили зайти в Living Spaces. Никогда здесь не было, достаточно недавно. Его полгода-год назад построили. Посмотрим, смогут ли они нас удивить чем-нибудь, что у них тут есть. Мне уже даже интересно себе. Да. Тебе что, холодно? Круг. Ну да ладно. Ой, как прикольно. Да, вон, он все, уже бежит, смотри, бежит. Куда пойдем? Да, но здесь выглядит многообещающе. Поинтереснее, да, чем в тех. Такой свежий взгляд на мебель. Но ценники, я думаю, здесь... Такой классический американский, тут уже что-то такое более интересное. Ну да, то есть там, где когда она сказала, там типа более modern section, модерновое, что-то зашел, там не сильно что-то модерновое было. Так. Да.
Все, почем у нас ценники? Комодик сверху 1000, снизу 2000. Так, что-то мне начинает не нравится эта фигня. Ну давай, кровать 895. Кровать 895, nightstand 1, который типа с полками 600. А можно так. Ну, что так. Можно собрать, наверное, типа. Ну, я бы сказал, так себе так оно. Так, чик-чик. Стул 200 баксов. Каждый стулик 200 баксов. Потом на вторичном рынке фиг за такие деньги продаж. А стол 700. Диванчик 3800 до налогов. Ну, он тоже, видишь. Ну да, раскладывается, складывается. Это, конечно, прикольно. Мне вот все время такого, типа, прошлое слэш футуристическое. Вот эти вот такие вот кресла для меня, мне кажется, выглядят очень уникально. $100 за пуфик. А за кресло 900. Массажное кресло 900. То есть $1000 за подножник и поджопник. О, как обычно, американский стайл. Вон, да. Я уже вижу. Мы входим в бедрумы. Что почем? Суп с мечом. Что ты? Откуда я такой вообще взял? 1300. 1000 за вот эту штукенцию. 420 был за эту, 336. Мне нравится, когда вот весь комплит сет пишут. King, да. Viz, Storage, 1200. Ну, короче. А это, кстати, King вот это вот. Видишь, широкая. Это такая. King? Да, это типа два меня, два тебя, и места всем хватит. Прыгай. Ой, все равно его все будут спить. Не, ну если ты, если ты по диагонали будешь спать, неважно, какого размера кровать. Unless ты только на кровати Шакила Нила будешь, потому что у него там 25 человек вмещается. Ну реально, самая столько, большая кровать в мире. Я не зарабатываю. Ну да. У него какой-то кастом-мейд, наверное. Ну да, конечно, у него почти все кастом-мейд для него. Ну да, с такими, он большой очень. Ой, вон та симпатичная. Да. Симпатичная, миленькая. Симпатичная, миленькая, слишком просто и по-бабски, на самом деле, честно. Вот. Ну, смотри, ну чтобы я спал на такой кровати, ты меня вообще представляешь? Во-первых, мне вообще, так как она кинг, мне такое ощущение, что она вширь просто queen, вширь просто стоит и все. Я просто не хочу там американский цыганский шир. Почему? Причем здесь американский цыганский? Ну вот, на которой чувак сидит. Вот такое типа. Мне нравится. Ну нет, мне на самом деле нет. Но это не американский, это просто вот такой вот тип, ну, вид. Вот такой вот прикольный, нет? Вот это? Да. Вот это какой-то скучный. А, смотри, я тебе смайлик наклею, чтобы весело было сразу, нет, же. Окей, смотри, у тебя раз кровать, нам нужно два вот этих столика. 250, комод 750. Как ты думаешь, нам нужно и вот то, и вот то, или нам нужно что-то из этого одного? Я думаю, что мы можем собрать типа сами. Да, да, ты решаешь, что ты хочешь. Ну вот 1000, 1800. Плюс 2300, и там на всякий случай еще где-то 1000, да? Ну ты считаешь, нам надо 2 или 3? Вот, ну, с тобой надо 2 вообще, но мне 2. Одного бы хватило. Потому что 2. Ты один сразу заберешь сама. Так у нас гардероб еще будет. Ну ладно, разберемся. Да пока не знаю, Зай, слушай, ну мы же пока приценимся. Когда, нет, ты купишь, когда у тебя будет четкая планировка, тогда и определяется. И когда ты будешь знать, сколько у тебя бабы еще осталось. Вот мне то нравится, сколько еще. Пойдем, что? Это Джексон достанет, будет прыгать. Ну да. О, люстрка мне нравится такая. Ночник. Ой, как красиво. Она, слышишь, это то же самое, что там, только темнее. Так, конечно, она чарджится от того, что где стоит, да? Ой, прикольно. Оригинально, правда? Ну, это вообще офигенно. Красиво. Ну, это то же самое, кровать, что там, просто цветом темнее. Все. Нет, я не вижу. А что? Пока. А, вот это прикольно выглядит, да. Ну, это как на поддонах. Вот то, что я могу сбить с поддонов. И сколько? 1650. Это только вот это вот. Все-все, кроме матраса. Ну, это, слушай, это нормально. Хорошо. Это прикольно. Вон еще комод. King Wall Bed. 1650. Я вообще бы Murphy Bed купил, но Даша не хочет Murphy Bed почему-то. Что такое? То, что которое бжж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 ж
95. Но все равно дешевле получается. Ну, не дешевле, плюс-минус столько же, но тебе тумбочки типа отдельно не идут, потому что. Да, потому типа, что. Типа, ну, это уже тумбочки, они по 300-500 долларов. Но выглядит это оригинальнее, чем все, что отдельно стоящее. Мне такое больше, на самом деле, нравится немножко. Когда парит, висит. Ну, хотя бы... Еще под низ я могу LED-шку провести. Или сверху.
Ну, ну вот это оригинально и более современное, чем вот это вот все вот такое. Ну да. Ну я бы, ну, не знаю, темное, короче. Не, ну может там просто можно другой свет заказать, они тебе просто кастомно сделают. Может, ну может. Знаю. Ну вон фоткай на всякий случай, чтобы нам было что это. Нет, на будущее. Посчитать. А, не, ну надо посчитать. Ценник? Да ты просто ценники сфоткал и запомнил. Если вы думаете, что покупка мебели в дом это просто, нет. Здесь это совсем не просто. Поэтому на сегодня наши походы закончились. Надеюсь, что мы к чему-то придем и что-то купим. Все, всем счастливо, всем пока. Прям твое лицо закрыл.